Все на благо людей. Активные тосовцы начали раздавать продуктовые наборы нуждающимся семьям. Это стало возможным благодаря реализации второго направления проекта «Хлеб насущный», который осуществляется Ассоциацией ТОС Ульяновской области за счет средств фонда президентских грантов. Эти продуктовые наборы получат пенсионеры, которые получают социальные услуги в нашем селе. Это очень активные люди, которым не безразлична не только своя жизнь, но и судьба села. Они принимают участие во многих наших мероприятиях. Вот такая раздача продуктовых наборов, такая массовая впервые, и, конечно, воспримется на ура нашим населением. По словам руководителя ассоциации ТОС Владимира Сидорова, это первая массовая раздача продуктовых наборов, осуществляемая совместно с Симбирской епархией. Гуманитарную помощь получат 500 семей и пенсионеров. Наборы состоят из самого необходимого – муки, круп, сахара, чая, консервов. Очень замечательно, что у нас здесь подключилось там и духовенство. Хочу поблагодарить нашего владыку. Он видит то, что у нас появился в ТОСе духовный наставник, отец Даниил. 100 продуктовых наборов будем отдавать нашему епархию. Будет раздача в храмах, по домам развезут. Как сказал настоятель храма в честь архангела Михаила иерей Даниил Майоров, такие благотворительные акции по раздаче продуктовых наборов станут регулярными. Владыка Лонгин, митрополит Симбирский и Новоспасский, благословил меня окормлять территориальные общественные ассоциации, территориальное общественное самоуправление. С тех пор, то есть, вот мы начали работать совместно. Также занимаемся миссионерской деятельностью, благотворительной деятельностью, то есть, вот помогаем нуждающимся. По словам отца Даниила, в благом деле ему помогают преподаватели 3 школ, которые он окормляет. Они подсказывают, какие семьи нуждаются. Спасибо большое отцу Даниилу за поддержку, что он нам помог. У меня 2 детей, муж мобилизован. Продуктовые наборы также получат семьи детей духовно-нравственного клуба «Муромец», который действует при епархиальном управлении. Ирина Антонова, Герман Баранов, Геннадий Бухтаяров, Улправда ТВ.